Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Варламов, я персональный гид во Владимире и в Суздале. И сегодня в Суздале у стен Покровского монастыря праздник Лаптя. В 2018 году он посвящен чемпионату мира по футболу. И здесь все пропитано духом футбола. Прям пахнет футболом. Что такое праздник Лаптя по-мундиальски? Смотрите в этом видео. Поехали! Лапти разбить об пол. Лапти разбить об пол. Позвольте вас полюбопытствовать, удобно ли в лаптях играть? Нормально, но скользко. Скользко? Первый опыт. Нормально. Я смотрю, что кто-то надевает там на кеды, на бутсы. Как удобнее? Так удобно. Так удобно? Вот подбирали по ноге, чтобы были в пору, чтобы не жали. Вот прям сама, но здесь мягенько. А вот на этой площадке еще пара забав для туристов. Это метание лаптя и метание лука лаптем. Вот что это такое, предлагаю посмотреть. Как эта дисциплина называется? Метание лука. Можно еще раз-то, нет? Или только по одному разу? Метание лука? Да. А здесь задача, чтобы он дальше улетел, да, или чтобы сильнее звонял? Чтобы дальше улетел. Праздник Лаптя – это не только весело и интересно, это еще и познавательно. Немногие знают, что в лаптях люди ходили не всегда. Очень часто люди ходили в сапогах для того, чтобы подчеркнуть свой достаток. А если шли в дальнюю дорогу, то сапоги снимали, вешали на плечо и надевали лапти. И расстояние от одного населенного пункта до другого измерялось в лаптях. То есть сколько пар лаптей сотрешь, прежде чем дойдешь от и до. Вот, например, от Суздаля до Москвы было 3 пары лаптей. Лапти разбить, оп! Лапти разбить, оп! Лапти разбить, оп! Праздники Лаптя, мы познакомились с журналистом из BBC и сейчас меня будут брать интервью. Они приехали специально, чтобы снимать чемпионат мира по футболу и приехали на праздник Лаптя в Суздаль. Я буду пробовать играть в лаптях. В лаптях? В лаптях, да. Вы хорошо говорите по-русски? Я раньше еще жил в Москве 5 лет, в 90-х годах. Мне нравится... Иду по направлению к гигантскому футболу. Как вас зовут? Там чувствую, уже собираются бои. Меня зовут Александр. Александр, очень приятно. 10-10. Лапти, да лапти, да лапти мои. Эх, лапти, да лапти, да лапти мои. Эх, лапти мои, лапти липовые. А ты не бойся, хомячок, дядька новый сплетет. Эх, ну. Огромное количество праздников отмечают в Суздале. Приезжайте сюда и вы. Побывайте на празднике Лаптя и насладитесь красотами древнего Суздаля. Спасибо вам за внимание. До встречи.